Поверить в чудо – так звучит главная цель благотворительной акции «Елка желаний», которая стартовала в ЕО. Открыл ее губернатор области Ростислав Гольштейн. Вместе со сказочными героями он исполнил желание ребят, а именно подарил приставку для видеоигр, велосипед и игрушки. Сегодня два желания было исполнено – это велосипед и приставка PlayStation. Также «Елки желаний» пройдут у нас в каждом районе. Каждый глава проведет, партия «Единая Россия» включилась в этот процесс. И также, вы видели, сегодня присутствовали депутаты законодательного собрания, которые осуществляют желания наших малышей и даже взрослого поколения. Акцию проводят организаторы всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной» по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В этом году «Елка желания» распространилась на все регионы страны. Благодаря ей больше ребят поверят в предновогоднее чудо. В рамках страны был создан портал, на который все присылают свои желания, да, и уже из Москвы эти желания приходят непосредственно в регионы, и по возможности мы их осуществляем. Но мы постараемся не забыть ни одного ребенка. Роль волшебников также в примере депутата законодательного собрания, главы районов и представители регионального правительства. Им предстоит исполнить по одному желанию, которые изложены на новогодних шарах. Ведь Новый год – это время чудес, встреч с близкими и, конечно же, подарков. Дарья Куприна, Богдан Падрин, Новости 21.